Град осень представляет игра Герда A Flaming Winter. Ну, на экране зима. Это игрушка про Вторую мировую войну. Польша. Мы будем играть за маленькую девочку. Ее нелегкую судьбу. Декабрь 1939 года. Игра от создателей Life and Strange. Напомню, Don't Not. Совершенно другой сеттинг. Такая замыленная картинка. Очень-очень заинтриговала игрушка. Инди, конечно же, проекты обожают такие. Мы обязательно будем проходить. Игр много, их нужно проходить. На это время нужно. И осень — это как никто подходит. Осень для прохождения ваших любимых релизов. Итак, Герда. Угу, это ее парень, да? Окей, окей. Да нормально все. Левой. Игра на любителя, конечно же, у Dotnode все серии своеобразные. Читать, ходить, ну как бы так. Сентябрь отлично нас порадовал игрушками, уже начало. Ты же джентльмен, ну конечно же, неси. Так, окей. Мы готовы. Богоновожатый, приветствую, Геркля. Юная леди будет медсестрой? Да. Да, говорит юная леди. Говорит. Окей. Герда. Мы погружаемся в увлекательную историю этой девочки. Опять играем за бабу, ну ладно, ладно, окей, мы сойдемся на то, что это Вторая мировая, окей, простите. Играют на наши чувства. Так, хорошо, по одному. Окей. Лохи, потому что взяли, капитулировали и отдали все фашистам. Вот
так. Ну еще бы. Пришлось повиноваться. А как еще? А как еще? Все, вас захватили без боя. Так, так, уже движ пошел. Хорошо. Начали дрюкать немцев. Хорошо. От души. Это история про датчан. Да-да-да. Они тоже бедолаги воевали. Весь мир воевал тогда. Масоны, сатанисты сделали все, чтобы весь мир погрузился в ад в то время. И развязали огромную аферу, как Вторая мировая война. Либо как первая тоже. Это же были проекты, это же были их проекты, этих гавриков. А страдали невинные люди. Свечка догорает, оригинально, очень. Февраль 1945. Бам! Что случилось? Так, окей. Ах ты тарапыга, пыга-пыга. Так, ну что? То, так, управление у нас, ну, в принципе, стандартное, это хорошо. Письмо от мамы. Окей. Окей, это G. Так, прибирайся, давай, начинай.
Окей, это все мы почитаем обязательно. Так, это наши все гаврики. Факты, да? Так, спички в гостиной. Вот они. А вот они. Ага, окей. Давай зажгем. Друзья, будем обязательно проходить Ярдом. Игрушка вышла совсем недавно. По-моему, отличная. Это воспоминания Второй мировой войны. Пускай в играх, пускай где-то придумано, но война не меняется. Нигде. Ставьте лайки, дизлайки, подписки. Конечно же, Яндекс.Зен. Играйте в ту замечательную игру. От Нод. Ребятки делали Life in Strange. Не забывайте это. Осень. Welcome back.